Назрани завершили реконструкцию мусульманского кладбища. Работу провели по договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы «Сафмар», известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Об объеме проведенных работ Муслим Ганиев. Реставрация башенных комплексов и объектов культурного наследия, развитие экономики республики, социальный сектор и обновление кладбищ. Вот главные направления, которые президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев спонсирует благодаря договоренности с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым. На этот раз восстановили очередное родовое кладбище в Назрани. Лет 45-50 тогда учрал. Учу жалежливо, сетка, чехду, жалежливо, эхуш, давоха, хавоха, эту бочь. Что плачевное видео уже состояние, конечно, уже дарилось. В последнее время, когда уж нах бог, говорил, что нах, когда фонд кепик жвашат, я когда ограждение, хаму я и он. Но такое состояние, ханжел состояние, наверное, во сне не снилось. Из рус надо и дух кумот, когда жил уже это дело, что мягко вен, что мягко уж нах, хул доллар и он лил его, чин да берка долта дас. Почему дарилось, хау, хау, волю, а сенс договорен. Сар жвашакит, мало доли хам, шисек жвашакит, шинсек бартей, чем хаму хули, дел реас халсан, декшур дел реас халва дархасар. Сан уз хамал хигачан, яр дек дихачан, дал сол бахал, пуш роз гона берката. Хилт дихтихат, дал мелах дол цилиш, яди сеги жваша дар дасар. Яши каман, шинаха, яди аш масни бархал аллотхан. Гуцериева болгулашты мәсінені. Ер сейді ауыз қос хамады мәсіна қашқамыштығы ши хамын, ши бейіннақтағы бейха мәсіна емотик чақы ақыр. От входа и до каждого уголка кладбища строители обновили каждый квадратный метр. Вокруг кладбища залили ленточный фундамент и на нем установили железную ограду. Сделали парковку на 20 машин, дорожку, переносной навес. Валлахи, я хазу, что ты рад уже, кирки. Док делал, что ты рад. Дикая халдарка яхш. Ишь бол да паус. Даже с арматур тогда чехир яхта арматур. О, хаймет ги базж. Чи фи завод жи эс. Чи машир аяхта. Чи гир халиен яхта. Уза мэлэга хам. Ана дикая раягит гэртиш. Тиха тихлен. Хитр я хор дэлу. Бэшара када хажвиз гвацун. Басар хак марка. Даху молдолуж ду хамы. Чиста аккуратна хадиалла чиду ухс. Масса дождь кашмишт, да, перекрестки дарыш, сансур вот дарыш, хотя молодежь лача кашмиже, бок он сад, я дикая халит гертиш, а дежь лача дуку хамал. Ярмо да хамаж ве дуку хамал ду, ве республик туайлер марка, талга хам худат, что тац бахнеш дук бахнеш хаутеш, уз аш адахтаж, уруз адахтаж, микеля, ве пача калиматоне, масса не дубаркал алло лосу бадрялч. Аллаху дьякл бол бежим асфальке. Недалеко от входа строители возвели небольшой домик. В нем хранится закупленный хозинвентарь. Газонокосилки, строительные тачки, лопаты, грабли и даже перчатки. Предусмотрели все. Остается только бережно все это хранить. Также обновили фасад медресе, где обучаются чтению Корана. А на входе установили новую беседку, где в тени можно отдохнуть. Отдохнем и съешь. Дых был бы, хоз был бы. Шел это, камни, тейпаны, мягко. Ешь болха, хочу прийти, пожалуйста. Огамен, что она говорит, она в сумку чит. Чей сах держи бо, хоз культурер, хоз герка мета, еве ареша да метик. Чо хоз метик ерецки, хоз вейна нава ялыш, хоз махма гир яз улан сяр, ох гир хожри, ох хаш бош кеги нахбы, диша нахбы, хазрин. Хевриш бориш, чо аддахама сеш, дик кеги нахбы. Царясек хашвали, Кадар дой, ал кашмаш кашмаш, я ясрян, да, ал хак Аллах. Саку замет дед дуасы жи, худу, ну а хаяй, да, ал саду. Я был хаш, мы с ней дед долж да, шит, я ее очи, я сделал очи, сал долчу марки, я маш дил дать. Ах, чар долж бы дохуаси бы, ну, я ее очи, дил дочу маш дать, я маш. Работы по реставрации кладбищ в республике фонды «Сафмари» и «Возрождение» ведут с 23 года. В прошлом реконструировали 35 мусульманских и 7 православных кладбищ. В этом году работы продолжатся на 25 мусульманских и 3 христианских кладбищах. Все работы проводятся под пристальным контролем главы республики Махмуда Али Калиматова и президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Завершить программу планируют в течение 2 лет. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, МГАЗ-24.